Сегодня наш обзор посвящен возможным ошибкам стиля, которые каждый день совершают женщины после 50 лет, собираясь выйти из дома. Это самая настоящая бабушкина комбинация. Длина юбки или платья чуть выше щиколотки в сочетании с обувью на плоском ходу, балетками или лоферами. Совмещая эти две вещи в одном образе, женщина нарушает пропорции своего тела в невыгодную сторону, делает силуэт ниже и полнее. Чтобы обувь на плоском ходу не забирала рост, носить ее нужно с длинными брюками или юбкой в пол. А идеальная длина юбки для женщин любого возраста – это итальянская миди на 12 сантиметров ниже коленки. Есть женщины, которые надевают футболки с коротким рукавом поверх брюк, джинсов и даже юбок. Кроме того, что образ получается мужским в худших его проявлениях, так еще пропорции тела нарушаются. Горизонтальная полоска края футболки визуально укорачивает ноги, а длина рукава делает руки объемными. Особенно неудачно такой комплект смотрится на полных женщинах. Выбирайте более женственные, чуть свободные блузы и заправляйте их в юбку или брюки. Мягкие, струящиеся, теплые, уютные, но такие любимые кардиганы, которые нас полнят и старят, пора оставить в прошлом. Кардиган – та вещь, которую очень сложно подобрать и еще сложнее выгодно вписать в гардероб. Отдавайте предпочтение жакетам или ультрасовременным кардиганам. Женщины в возрасте обожают покупать платья, которые напичканы буквально всем – кружевными вставками, стразовыми бусами, золотыми цепочками и брошами, рюшами, складками и воланами. И все это одновременно. Вдобавок ко всему, такое платье, как правило, яркого цвета и еще может быть из атласа. Но поверьте, ничто так не дешевит образ, как вот такой насыщенный наряд. Выбирайте лаконичные фасоны и спокойные тона. И самостоятельно добавляйте изюминки в виде аксессуаров. К слову, на женщине в возрасте перебор с любым принтом будет смотреться неуместно, а тотальный леопард – это провальный вариант. Леопардовый принт дамам элегантного возраста даже рекомендуется, но в строго в ограниченном количестве и в очень сдержанных фасонах. Носите то, что вам нравится, и будьте счастливы. Пока!